Мы сегодня с Максом едем в Кольцовские пещеры, заехали в Ферзикова, в кулинарию здесь перекусить. Выбор большой. Пан Чебурек. Мы уже почти приехали. Сейчас посмотрим, есть там дорога по полю или нет. Так придется, может, пешком пройти чуть-чуть. Дорога закончилась, асфальтная. Начались грунты. Даже не грейдер, а грунт. Вроде нам сюда надо повернуть. Значит, вон туда. А если там дорога? Нормальная дорога. Эти вороны толстые. Это вороны. Это не вороны, а вороны. Толстые. Ворон. Черный ворон. Подожди, сейчас по ним поснимаем. Они ее это прям когтями зацепят, и она прям полетит. На хрен. Ну давай, выпускай ее. Они сейчас подымут, там в лесу бросят. Несут ее в лес когтями. Прям как орел, да, раз ее. И он туда в лес ее бросит. Да, укусит. Ага, укусит. Да, собака же. Волк. Не проедешь уже. Не, если попробуй пробежать по полю. Смотри, как раз тут и ехал. Эти вон на то дерево, там дерево вдали, которое еле виднеется. Блин, ветер, конечно, сильный. Боковой. Во, смотри, а тут эта дорога еще была. Через деревню можно было проехать. Либо нам нужно идти, блин, по краю поля. Но я думаю, по прямой-то ничего страшного. Да вон прямо сколько, ну километр. Надо будет спуститься, наверное, вниз. Или залезть. Да. Вон, видишь, ход. Есть тоже дерево, но и нет. Что дальше? Вон дерево скоро наебнется. Ты зачем матом ругаешься? Такая река была глубокая. Да, здесь море было. На этой территории было море. Сейчас что, в полях можно найти ракушки такие старые, из окаменелости. Вот здесь можно будет костерок раздуть. Так где пещера-то? Вот не пещера. А как мне войти? Ну там входы есть, там несколько входов. Пойдем. Полезешь в пещеру? Пойдем. А ты знал, что мы в пещеру едем? Там может класс какой-то. Ты знал, что мы в пещеру едем? Нет. Я тебе сказал. Знаю, да. Знал. Фонарь взял? Нет. Вывод?
меня в телефоне есть. Че вы вот умные? Сказал же, едем в пещеру. Да нет, фонаря, ты знаешь, я хотел купить на Алиэкспрессе. Я тебе говорил об этом. Блин, у меня была... Подожди. У меня была мечта, когда у меня еще был эндуро. Вон оттуда снизу заехать до сюда, залететь. Да подтолкнуть тебя и все. Не. Представляешь, оттуда как это? Ломануть. Снизу, вверх? Да, 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 до сюда. Ты бы не заехал. Заехал. Ты мог перевернуть. У меня руль поднят. О, я не помню. Подожди. А вот это я не помню, упал. По-моему, была такая плита. А кто это все сделал? Вход тут. Мобо, изменения такие у них. Вот здесь можно будет залезть. Смотри, есть залаз. Давай тупо допустим туда сначала проверим. Если вернется, значит пойдем. А если кровь брызнет? А если Мумо? Мумо там сидит, да? Это Ариадне расскажешь. Мы Мумо видели, да? Привет передавали. А знаешь, такая Мумо? Типа курица такая. Понятно. Ну что, туда можно залезть будет. Ты хочешь? Ну полезли, а что? Там есть скамейки? Да, там все прям. Скамейки, стол. Ну, пошли туда. Только я там она все будет делать. Так, я сюда иду с новым рюкзаком. Давай, Мамович, заходи вперед. Я вот не надо здесь на пещерах не был. Никаких. Кто-то не обладает? Не знаю. А там высоко? Фу, Максим, ты много вопросов задаешь. Я боюсь. Боишься? Сиди дома. Запах этого пространства. Если боишься, сиди дома. Если не повезет, ему сегодня надо. Вдруг сейчас ураган, дверь закроет, что мы будем делать? Тюк-то тупая, тупенькая. Ну, я думаю, трое суток. Оберикс в этих пирамиду зашли, помнишь, когда я трое суток мы протянем. А потом что, жрать будем друг друга? Собаку твою сожрем потом. У тебя хоть мочи освещенные, нам еще хоть хватит. Подлечи снег. На, это бери мой портфель, неси. И вот фига ты деловой. Так везде что-ли низко? Лилипутов сделано. Ой, и деревяшки какие-то. Деревяхи вставлены, видишь? Зачем? Не знаю. Почитай в интернете там. Вот, тут уже тепло, да? Ага. О, корни какие торчат. Тут травище можно сажать. А тут это земля, камень упал. Офигеть, разлом. Блин, тут тепло уже. Здесь есть комната, иди сюда. Максим. Ну-ка. Скорей, скорей. Где собака, подожди. Она боится идти. Тюка, пошли! Что это было? Тюка, пошли! Давай, Куко! Иди, сейчас летучие мыши полетят навстречу. Боится, видишь? Пошли! Фу, блин! Я ее это, освещаю секрету. Пещеру, благовоние. Ага. Камни, блин! Я отек чуть не уступил. Вот тут есть это. Как свеча. Свеча. Так, а что тут походу не помню. Были такие камни отвалы или нет? Иди сюда. Давай сюда, ползи. Тюка, где Тюка? Подожди, я тут закурил себе, спокойно. А ты мне сидушку взял? Нет. А должен был. В следующий раз. Тут выход есть еще один, да? А? Выход есть еще один? Выход? Нету. Это подолбили люди, что ли? Руками?
Головой. Головой? Головой, конечно. Ой, даже деньги лежат. Это тут что-то это, что ли? Поборы, типа. Поборы. Жертву богам оставляют. Ты сейчас пачками пришли, слышишь? Так, подай мне. Молодец. Все. Чего не под жопу положить? Да ничего, не собак положи под жопу. Ну, сними куртку да положи, тут тепло. Куртку-то я испачкаю, зачем? Если пукать, тут, да не пукать, а тут, слышишь? Мы тут кислород да у нас вообще. Не кури лучше сам, тут уже, блин. Я забыл про это. Чего ты забыл? Знаешь, какой у тебя хороший, с Алиэкспресса? Блин, а что тут? Блин. Это курил душа. Не сдавайся, дыши. Сейчас оно кончается уже. Что-то затуснело. Фонарь у меня. Вот тот. Алиэкспресс, потому что. Русский подорожник. Потому что я уже много. Вот это вот романтичное место выбрал. Лучше, чем в кино. Тоже романтика знает. Чтобы это. Тюка! Где Саша? Где Саша? Иди к Саше. О, нашла Сашу, она. Нашла, да. Я пищал, ты слышал, как крыса пищала? Газ китайский использует. А что, они в Китае заправляют сюда газ, нам присылают ножи? Не знаю, что они там. Ну, у нас свечи есть. Я хочу газовый фонарь купить. Так, как он? Чтобы он это. Конечно. Вове из Кольцовских пещер. Передаем привет. Вот так. Ждем тебя здесь. Володя, привет. Бросаем тебе вызов. В общем, смотрел сегодня твое видео и все-таки решил сегодня с Максом. Макса соблазнил сюда доехать. Погода хорошая, ветрище. Не только с Максом. Просто вообще ужасно тут по полю. Собака еще. Ну, собака. Еще не отфильтрованный будет. Жесть. Зачем? Поженить. Чего женишь? Поженил, да. Ты не знаешь, что это называется? Как зачем? Блин. Телезрители спроси. Чтобы равномерно было. А то там внизу будет жесть. А сверху так себе. Маловато. Почему поженить называется? У вас так деревня называется? Да, у нас деревня так это называется. У нас у русских. Молиться будешь? Нет. Не будешь? Не ем. Христе Боже, благослови ястие, пяти рабом твоим. Яко святости всегда на непресные во веки. Уходим. Не понял, что ты сказал? Пещера главное соблюдать ритуальный. Пещеры не любят, когда делают. Против пещер. Тот первый заходит. Ты можешь еще Диме Масленникову привет передать. У меня такой палец есть, чекаю, знакомый мент. Ага. О, уже темно. Фу. Вылезли мы из пещер. О, а уже стемнело. Прям дух внутри обновился. Обновился, да? Обновился. Сразу жить и работать захотелось, да? И пердеть. У кого очень депрессуха,
кто может посетить. Все на канал к Саше Поганат. Как он называется хоть? Саша Поганат канал. Неправильно. Он называется не Маугли. Не Маугли. Все наше путешествие закончилось. На улице идет град. Сейчас выдвигаемся обратно домой. Как я, Максимеш? Нормально. Путешествие. Воодушевился? Сереге Фаводе привет. Я вот что-то помню. Надо сюда Сереге говорить. Фаводе. Сереге. Я Димону просто... Маслову. Вот, Димону. А, Маслову. Ну и Сереге тоже там, кто будет нас смотреть. Сереге. Какого, всем Серегам привет. Серега, да. Ну и Сереге тоже.